Прошла еще одна неделя реалити-шоу «Я худею, дорогая редакция». И сегодня очередное взвешивание без заседания экспертов. Тем не менее, сегодня уйдет один человек. Итак, уважаемые участники, начинаем наше взвешивание. И первой на весы хочется пригласить участницу Юлию Филину. Юлия Филина! На начало проекта весила 116 килограммов 500 граммов. Вес Юлии сегодня 100 килограммов 300 граммов. Следующий на весы приглашаем Елену Бабичук. Елена Бабичук, на начало нашего проекта весила 118 килограммов. Вес Елены сегодня 101 килограмм 400 граммов. На весы приглашается Татьяна Вишневская. Татьяна Вишневская на начало нашего проекта весила ровно 104 килограмма. Вес Татьяны сегодня 89-150. И сейчас на весы приглашается Ольга Гусева. Ольга Гусева на начало нашего проекта весила 98 килограммов. Посмотрим, сколько же Ольга весит сегодня. 93-300. А теперь на весы приглашается Елена Миронова. Елена, выходите к нам. Елена Миронова на начало нашего проекта весила 94 килограмма 600 граммов. Вес Елены сегодня 90 килограммов 800 граммов. Продолжаем взвешивание. И сейчас на весы хочется пригласить нашу новенькую участницу Елену Хромовских. Итак, сейчас мы узнаем, сколько весит Елена на начало нашего проекта. Вес Елены сегодня 105 килограммов 350 граммов. Итак, уважаемые участницы, а теперь о том, кто сегодня уйдет. Сегодня проект покидает я. И я рада представить вам нового ведущего, единственного мужчину на нашем проекте. Входите! Встречайте, встречайте, встречайте! Здрасте, здрасте. Это наш новый ведущий. Его зовут Владос Дидонис. Прошу любить и жаловать. Очень приятно с вами познакомиться. Надеюсь, у нас еще будет время для того, чтобы пообщаться. Торопился к вам очень сильно, даже собрал все красные, не только светофоры. Значит так, девочки, я не просто так здесь появился, мне тоже очень надо похудеть. Я просто немножко следил за проектом, и за Машей в том числе. Кстати, я вот когда, например, тоже начала этот проект, я весила 55 килограммов. И я уверена, что вот за это время я тоже похудела. Давайте проверим, сколько я вешу. Это мне тоже интересно. Мне очень интересно, сколько же я вешу. Итак, на начало проекта Мария Красилова весила 55 килограммов. И вес Марии сегодня 53-200. Отличный результат. Я этого не хотела. По-моему, я понял, ты не следил за графиком. Может быть, мы и тебя взвесим? Давай, давайте взвесим Владоса. Давайте посмотрим. Я вам честно говорю, я очень настроен похудеть. Нас, нашу команду. С вами вместе? Да. Я подумаю о приложении. Итак, сколько же я вешу на данный момент? Вес Владоса Дидониса. Давайте вместе, да, считать. Давайте с одеждой, конечно, считать. Вес Владоса Дидониса на начало проекта 95 килограммов 300 граммов. Я могу объяснить очень просто. У меня очень тяжелая кость. У меня тяжелая кость, у меня много одежды, я пью много воды. На самом деле многие мужчины тоже должны прийти к нам на проект, потому что у них есть животы. Я сейчас обращаюсь к таким же, как я, ребятам, да, и побольше. Не стесняйтесь, у нас здесь будет очень весело. Это я вам обещаю. Я сейчас обещаю, что это девушка, но и мужчина. Я забываю постоянно, как его зовут, мне стыдно. Молодец. КВНщик сразу видно, будет весело. Ну, не знаю, это мой человек. Мне так кажется в том плане, что по духу, по духу.